Нет, Гакачева было абсолютно правильно. Угу. Ошибка немедленно арестовать Горбачева, перевести его в Лефортово. После подавления сопротивления путчу, трибунал, военно-полевой суд и к смертной казни приговорить. Привести в исполнение, забыть его. Ельцин должен быть арестован утром 19 августа. Он возвращался с Казахстана. Прямо в аэропорту Шереметьево, команда Хасбулата, все не готовы. Они сидели, ждали ареста. Всех арестовать. Гамсахурдия прибежал, положил ключи на стол командующему за Кавказским военным округом. Все бы легли бы и сохранили бы страну. Преобразовать ее вместо СССР Россия, убрать республики, убрать лишнее звено чиновников, раздать землю. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.